Если двигаться на восток от морского курорта Паттайи, то в 40 километрах от города Чинтабури можно попасть в настоящие джунгли. Пещеры Тхам-Кхау-Вонг входят в состав национального парка Кхау-Чамау-Кхау-Вонг. Их можно посещать только с проводником, который знает каждый камушек и обратит ваше внимание на местных жителей. Перепады кромешной тьмы и солнечного света создают удивительные картины, поддерживая иллюзию таинственности горной архитектуры. Пещеры плавно переходят друг в друга, но иногда необходимо выходить и на свет Божий. А корни досковых деревьев рассказывают о своей причастности к джунглям королевства. Нужно быть предельно внимательным, чтобы случайно не наступить на кого-нибудь и не перепутать корни, пронизывающие горы, с присмыкающимися, которым в жару здесь вольготно. Сезон дождей, часть пещер наполняется водой, делая их недоступными. Когда мы посещали этот комплекс, в него входили 83 пещеры. На сегодняшний день пещер уже 86. И, похоже, открытие новых тайн этого комплекса уже не за горами.